Маленькие девочки в первый раз влюбляются, маленькие девочки каждый ошибается. Пел когда-то Сергей Жуков, но кажется, не только он метит на эту песню. 11 октября состоялась презентация совместного трека Миланы Стар и Криса Янка «Маленькие девочки». Ребята взяли за основу знаменитую песню группы «Руки вверх» и подарили ей второе дыхание. А Жуков в курсе? Согласен. Он согласился, понятно. Конечно. Понятное дело, мы же не украли. Да. Вообще, несколько лет назад, 2-3 года, вроде бы мне мама предлагала ее перепеть одной. Но я что-то такая, не буду я это петь. А сейчас как-то эта мысль сама родилась. И мы решили, да, все случайно, вот, это прям спонтанно все получилось, как будто бы само. Послушать новинку и поддержать восходящих звезд приехали Галибри и Марик, Амирчик, НЛО и даже Натан вместе со своим сыном. К слову, сами артисты хорошо относятся к ремейкам и уже вовсю задумываются, с кем бы заколлабиться. У Сосо, если это получится, либо помолимся за родителей, либо радовать. У Николая Носкова здорово, либо будет, она меньше, я не согласен. Игорь Тальков, «Чистые пруды». Или «Летний дождь», хотя «Летний дождь» ее перепевали. С Жуковым можно песню совместно. Ну, мне кажется, Сережа Шнуров, группа «Ленинград». С Бастой с удовольствием бы. С Бастой, да, можно. Хотелось бы, да. Прикинь бы, вот если бы Сережа Шнуров спел Федерико Феллини в таком ска-стиле, это же было бы круто. Это было бы, да, это... И пока ребята мечтают о Шнурове, Амирчик намечтал себе фит с Мари Краймбрери. Знаешь, когда Мари предложил фит, она не отказала, то я подумал, о, а это проще, чем я думал. Она такая, ну, мы пригласили в студию вообще, поставили трек, и на дропе это было, ну, то есть через пару секунд. Я готова, я в деле, воу-воу-воу-воу-воу. Амирчик счастливчик. У него получилось заколабиться с Мари. А пока Натан ждет фит Сосо Павлиашвили, ему тоже поступают кое-какие предложения. Очень много было предложений переделать песню «Слышь, что такая дерзкая». Слышь, ты что такая дерзкая, а? Я думаю, знаешь как, прошло 7 лет, 7 или 8, думаю, и песенке еще нужно настояться немножко, а позже ее возрождать, и пока она сейчас работает. Я работаю, я гастролирую. Натан, ты дерзкий, конечно, ни с кем не делишься своим хитом, а пора бы. Точка.